болеет за Ньетаса. И каждое нарушение со стороны на ближней дистанции. Ну, все, ни тот, ни другой не попадают толком, посмотрите. Но страсти добавили, и вот так сам себя. Вот первый удар выбрасывает такой акцентированный сбоку Хименес. Очередной. Хименес. Интересно, это, пожалуй, Орт неплохо пробил Стуловича. Очень неплохо перед этим. Если он не растерял свою скорость, то он по-прежнему будет грозен. Посмотрите, здорово, да? Вот, вот. Поджимает канатом. Сайт Зэп, да, быстро, быстро попал в бокс. Вот, и вот, вот, как плотно пробил корпусу, боковые голову. Да, вот тут даже вот ударом по блоку попал в подкатку. Ньетес включится в активную работу, и какие трудности за этим последуют у Хименеса. Вы видите, кого бояться. О, хороший апперкот. Пытается развить успех, еще раз поймать. Ну, Хименес решил ответить, посмотрите, рискует Хименес. Но выбрасывает очень неплохие просто удары и снова. Пытается что-то соорудить. И пошла атака. Пытается что-то придумать в атаке, опять с дистанции. За счет своих более длинных рычагов. Райт угрожает. Прошил сейчас, кстати, джебом защиту. Ну, вот так. Он со своей дистанции проскочил. Надо учесть вот эти размашистые боковые удары соперника. Корпус. Смелее начинает Хименес работать. Ну и хорошо, здорово. Зарывается. Промахнулся. Доминиканец. Хименес в атаке по туловищу. Тут же пропустил бок. Посмотрите, как здорово, да? Зелком ушел. И тут же контратака. Ну, здорово просто. И таким вот образом раунд опять пролетит. Ну, он дает сопернику поработать, видите, вымахаться. Сколько ударов по воздуху выбрасывает. Давит надежду. Хименес. Нет, не давит надежду. Это просто нормальная тактика. Ну, позволяет поверить во что-то. Хименеса ни к чему она не приводит к хорошему. Ой, а тут, по-моему, удар в папку. Рефери пока это все ему прощает. Оу, боковой удар. И снизу пробивает нет. И попытал. Готовит свою атаку. Вот она. Хименеса. Что опять демонстрирует? Ну, апеллируют в суде, что удар был снова ниже пояса. А тем временем... Ну, это тот вес, который не собирает, конечно, огромный... Аудитории? Нет, не аудитории, а огромный интерес у публики, да. Минута шестого. Ну, главное, что их меньше стало в исполнении Ньетес. Он действительно принес свои извинения. Он продемонстрировал. Состоянии. Вот похож. Закратил волна. Снова ниже пояса был удар. Но это все. Провести пару выигрышных раундов, выиграть эти раунды, чтобы обеспечить себе победу. Развеять сомнения. А мне, у меня ощущение, что Хименес обретает все больше и больше уверенности. Ну, я об этом рассказывал, конечно.
Потому что наглее начинает. Ну, замедляться стал, конечно. Успевает перекрываться, мне это светит. Вот, то есть, комбинация Хименес. Чаще остается на дистанции. И мало бьет, и в то же время прилетает удар. Пытается идти вперед. Хименесу очень нужен раунд. А он заканчивается. И пока филиппинец его не выиграл. Зал болеет. За Ньетоса каждое нарушение со стороны. На ближней дистанции. Ну, все. Ни тот, ни другой не попадают. Но страсти добавили. И вот так сам себя. Это заставляет Ньетоса атаковать с дистанции. С неудобной для того дистанции. Да. Но это не значит, что... На туловище в исполнении доминиканца. Оу! И вот одно. Как одному, так и второму ставить жирную точку. А он получит. Мне кажется, Хименесу надо больше... Надо было проводить. Двойка от Норбельто Хименеса станет интернациональным чемпионом. Двойный джеб и четко в голову залетает от Хименеса. Он, правда, был не самый тяжкий. Хорошо, сейчас боковой удар провел Ньетос. И улыбка на лице соперника говорит о том, что он попал действительно. Да, ну, такая бравада определенная. Ну, это всегда. Когда пропускает удар, как все, он пытается вот так вот широкой улыбкой показать, что ничего не было. Ну и снова. Единогласного уже не будет решения. 95. Я же говорю, ничья. Ну что? Ну вот так. Таким получился этот бой.